Hello guys, hi, welcome back to my channel. Welcome back to Gifty and Martin. How are you guys? I'm fine. Fine. Wow, today video guys, I'm going to react to Diana Akudinova. A title, Can't Help Falling in Love. You know, I have got this request for a long time and I decided to react to it today. So guys, if you're new to my channel, my name is Gifty. I'm from Nigeria. I stay in Dutch land. In my channel, I do a lot of reaction video, family vlog, product review, and many others. Today's video is my favorite, Diana. So let's go check it out together. Okay. Before that, if you haven't subscribed to my channel, please do consider to subscribe to Gifty and Martin. Like it. Share it, drop your comment below in case you have any other video you want me to react to. Yeah, let's hit it up. Oh my God. Looking beautiful as always. Oh, this is lovely stage. Oh my God, this is beautiful. Oh, that stage is lovely, guys. Wait, this is so beautiful. The first stage I saw with multiple colors was wow. And this one that have like a kind of a moon was also bravo. I don't know what to call it, but oh my God, Diana, you can never, never stop amazing me. With Diana, you can never have a dull moment. You will just be smiling, laughing, jumping, and happy. Oh, this is gorgeous. This is princess. Oh my God, you are such an angel. Oh God, my dear, I love your songs, my dear. Okay. Again, this is so sweet.
Любые слова излишни. Диана Анкудинова. Все встали. Спасибо большое. Браво. Сив, ты был первым, кто встал, и практически весь номер простоял. И единственное, что мы хотим узнать, что ты об этом скажешь. Ты знаешь, мне очень сложно сейчас сформулировать то, что я почувствовал, потому что я очень много слышал музыки в своей жизни. Я сам пою по всему миру. Я очень много видел залов и людей, и оркестров, и музыкантов. Но эта девочка особенная. В тебе зарыт просто невероятный талант. Невероятный. И дай бог, чтобы он попал в руки людям, которые смогут с ним сделать то, что ты заслуживаешь. Того будущего, которое ты заслуживаешь. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Юлия Паршута. Вот хочется сказать, а что это было? Потому что резонировало все тело, каждая клетка. Я не могла понять вообще, что происходит. Я стою, дрожу просто. Да, я до сих пор дрожу. Это немыслимо. Я слышала все, что ты пела, и весь мир слушает и уже поклоняется тому, как ты это делаешь. Мне кажется, ты уже попала туда, куда нужно, и, возможно, тебе никакие руки не нужны, потому что ты здесь сейчас, и ты творишь новую реальность. А если был VR в визуале, то сейчас VR в звуке мы слышим. Что-то совершенно немыслимое. И я согласна с Юсифом, невозможно подчинить никаким словам. И все, наверное. Кирилл Куриченко. Спасибо большое. Это все взаимно, вы же знаете. То, что сейчас произошло, это высший пилотаж во всех отношениях. Может быть, даже ты сама еще до конца не понимаешь, куда ты дала нам возможность улететь во время этой музыки. Я фантастически удивлен, что в такой маленькой, хрупкой, правдивой девочке сидит настолько крутой энергетический такой столб. Я тебе просто желаю, чтобы ты его сохранила. О, спасибо большое. Алиса Мон. Ой, ну, просто это вне конкурса, вне шоу. Понимаете? Это настолько божественно, по-настоящему. Это от Бога. Это настолько велико. Стас Костюшкин. Ну, я разочарован. А я не удивлена. Да. Я разочарован. Я приблизительно уже поставил всем баллы, а теперь мне надо все переписывать. Но если честно, вот если вот положа руку на сердце, огромное спасибо. Спасибо. Карина Кокс. Дианочка, ну, когда вы произнесли первую ноту, я просто улетела в бездну вашего таланта и была там до последней ноты. И вот здесь многие говорили о божественном происхождении вашего таланта. Но я уверена, что в вас заключена и демоническая энергия тоже. Потому что женщина – это всегда и божественная, и темнота. Понимаете, о чем я? Это в самом крутом проявлении. И мне после вашего выступления захотелось молчать. Так происходит, когда на сцене творится настоящее искусство. Спасибо вам большое. Спасибо большое за такие слова. Марк Тишман. А я даже как-то хочется теперь встать, поправиться и сказать то, что хотел сказать. Все знают эту фразу, что талант – это единственная новость, которая всегда нова. И понимаете, мы сегодня видели VR-технологии. Но то, что удалось Диане без VR-технологий – перенести нас в другую реальность. И тебе сказали, чтобы ты попала в хорошие руки. Вот знаешь, мой опыт такой, что нет таких хороших рук в мире. Есть только ты, которая должна не останавливаться, читать, слушать, смотреть, развиваться, потому что тебе дано больше, чем 99.9% людей могут. Да. Спасибо, что мы это слышали. Спасибо вам большое. А мы от себя с Тимуром хотим сказать тебе огромное спасибо. Большое спасибо. Я
Я очень редко могу прослезиться, но со мной сейчас это произошло и совершенно бесконтрольно для меня. Что ты говоришь? Закапал весь мой смокинг, что теперь делать не знаю. Но это просто чудо, что мы все здесь присутствовали при этом. Можно сказать только одним словом, что мы все испытали. Это был шок. Это было грандиозно, и на самом деле это идеальная точка в сегодняшней программе могла бы быть, но у нас впереди голосование. Но во всяком случае, это было финальное выступление на сегодня перед голосованием. Диана Анкудинова, ваши бурные аплодисменты. Спасибо, спасибо. Круто, да? Браво. Это вот вне конкурса абсолютно. Все. Ну и нушеньки ну-ну. Евпатик Лаврат, говорю, в таких случаях. My God, what can I say here? Man, Diana is one in a million. Her voice is unique. You can see the type of her voice in second time in two places. Diana is so special that when she sings, even with her voice, because it's a unique voice, you can tell that this is an angel. And the things I love more especially for her is her, the way she come out. Her dresses is killing me so much. And her stage is always as beautiful with colorful. Like, whosoever that handled the stage did a great job. Very, very fantastic job. Diana, thank you for singing this Can't Help Falling in Love. It is really touching. I see these judges are even confused on what to judge on because this is too good. There's no judges with the right sense can quote you less. So you really did a great performance. Bravo for you. Bravo, bravo. Thank you, Diana. And thank you guys for watching with me. Thank you for staying tuned by Dino. Thank you for staying with me, and I will see you guys on my next video. Keep subscribing, keep liking, keep sharing, keep commenting below, and bye.